Друзья, всем привет! Канал Кариму Правиль, канал обо всем. Друзья, нахожусь я возле бульвара Окшешеклер. На русский язык переводится с татарского бульвар «Белые цветы». Очень красивый бульвар. Давайте мы его посетим, посмотрим. От улицы Ямашева этот бульвар тянется дальше, вглубь, в сторону улицы Чистопольская. На входе высажены кустарники с белыми цветами. Сейчас цветет вот сирень белая и другие цветы. Вот, углубляясь с этой стороны, тоже цветы растут, кустарники, которые в белых цветах, есть сирени, прочее. И поворачиваясь дальше, мы видим тоже цветы. Сейчас подойдем, посмотрим, какие. Вот здесь разные цветы есть, а вот и сирень. Ну, скажем так, сиреневая. Вот здесь еще сирень. Давайте посмотрим. Кафешка «Ураган Сарай». Друзья, здесь танцующий фонтанчик. Здесь, вот смотрите, принцип появления струй фонтана непонятен. Может быть, под музыку. Ночью, скорее всего, подсвечиваются. Пойдемте дальше посмотрим. Вот еще два сорта, разных сорта сирени. Один посветлее, другой потемнее. Вот такой клен посажен. Очень красиво. Декоративный шиповник расцветает. Так, нежных около белых тонов и розовый. А запах какой стоит цветов. Вот бутончик наливается, скоро расцветет цветок. А вот еще создатели этого бульвара умудрились разные насаждения зеленые. Я даже некоторых кустарников
и деревьев. Даже не видел, название не знаю. Вот смотрите, это, наверное, ивняк. Наверное, скорее всего. Давайте посмотрим внимательно. Ярко зеленые изумрудные листья. Вот. А вот ива другая. Поближе посмотрим листочки. Да, вот такая красота. Очень даже красиво. А вот еще разновидность клена. Детская площадка, горка. Дети резвятся здесь. Карантин им надоел. Небольшой островок с белыми цветами. Здесь пеньки копаны для того, чтобы люди могли присесть и отдохнуть. Вижу ландыши, по-моему. Березка пытается, значит, отойти, значит, зацвести, распуститься. Но, наверное, в этом году ничего не получится. Смотрите, там гнездо приделано. Ага. Yeah.
бы время. Хотя бы сейчас найдешь идеально. Друзья, еще раз напомню, канал Карим Проверь, канал обо всем. Друзья, подписывайтесь на мой канал, будьте с нами. Мы были в городе Казани. Здесь открыт и действует прекрасный парк, бульвар «Белые цветы». Друзья, приезжайте в Казань, посмотрите, увидите сами. В Казани, я думаю, есть что посмотреть. Спасибо, до свидания.